С 21 января в Ангарске начались массовые проверки автомобилей. Инспекторы ГИБДД выявляют нарушения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, то есть без ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Экипажи ДПС дежурят в районе школ, детских садов и поликлиник. Уже с начала текущего года на территории города Ангарска зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей. Причиной совершения дорожно-транспортного происшествия стало именно непристегнутый ремень. Дети 10 и 11 лет перевозились на транспортном средстве без детских удерживающих устройств и без ремней безопасности. В данном ДТП дети получили переломы, ушибы и были доставлены в городскую детскую больницу. Итоги профилактической акции проведут в понедельник, 25 января.